Последнее воскресенье октября страна переходит на зимнее время. Россиянам вновь придется перевести стрелки на час назад. В этом случае должны быть перепрограммированы двухтарифные электросчетчики. Предполагается, что если стрелки на них не перевести, показания приборов будут недействительными. Станет ли эта услуга для населения платной, пока неизвестно. Проводить перепрограммирование электросчетчиков могут только специализированные организации. Уже сейчас они оценивают свою услугу в 650 рублей. И это только на один прибор. Однако власти добиваются, чтобы поставщики электроэнергии платили за перепрограммирование из собственного бюджета. Сегодня перепрограммированием приборов учета будет заниматься действительно гарантирующий поставщик, либо там иная сбытовая организация. При этом будет установлено некое переходное время, вот, в течение которого данная сбытовая организация должна будет выполнить эти работы. При этом нигде не говорится, что, значит, оплату этих работ непосредственно будет нести потребитель. Более подробно об этом смотрите в вечернем выпуске нашей программы в 19 часов.